Всім привіт, шановні друзі, всіх вітаю на каналі Володі, всіх, хто зайшов та випадково, та всіх, хто підписаний до мене на канал. Хочу ще раз подякувати вам за те, що дивитесь мої відео, за те, що коментуєте їх. І багато людей дякує за те, що їм подобається те, що ми з вами читаємо разом ці журнали. В сьогоднішню нашу тему відео я хочу присвятити Джолі Карніка. Е, будь, е, кому цікава ця порода бджіл карніка, е, Додивіться, дослухайте, там, хто як собі, хто слухає, хто дивиться це відео до кінця. Е, якщо з Карпаткою, там, як кажуть, невеличкий був кусочок, так, то по карніки, ну, нема що викидати. І є доволі такі дуже цікаві речі. І навіть є розписано про кожний штамп. Карніки. О, тут е, 4 чи 5 штампів є. E, значить, я ж кажу, в кого є бажання, хто цікавиться такою бджолою, як карніка, e, додивіться відео до кінця. Я не знаю, скільки воно вийде. E, трошки є, що вам послухати, <гум> мені вам прочитати. Тому що я <гум> ж кажу, я його декілька разів перечитував і в тому і в тому журналі це вибрав найбільше дає інформацію про бджолу Карніка. Що, шановні мої, поїхали. Карніка пчела його Восточної Європи. Карника – миролюбивая пчела. Изменчивость по этому признаку для основной массы пчел, по-видимому, не очень велика. Хотя хорошо известно, что между различными популяциями карниками и внутри них встречаются формы, как чрезвычайно миролюбивые, так и более агрессивные. Карника – не только миролюбивая, но и очень спокойная пчела. Последнее ее качество выражается в том, что при осмотрах семей пчелы продолжают вести себя так, как будто их вовсе не тревожат. Они спокойно сидят на сотах и хорошо держатся на них. Осмотры семей наиболее миролюбивых форм можно вести в любое время года и в любую погоду без, дым, без дыма и сетки. К.М. М. -эм Доул из Австралии сообщает, что при перевозке пчел на медосбор температура воздуха в улях с итальянскими пчелами поднималась быстрее и держалась не на более высоком уровне, чем в улях с пчелами карника. Итальянские пчелы. Больше страдали от жары. Спокойное поведение при перевозке. Характерная черта карники. Гес Клинар оставил для пчеловодов, пчеловодов практику такую краткую характеристику карники. Спокойная, миролюбивая, серая. Эта краткая формула содержит сведения, необходимые для оценки пчелиной семьи при, первом, при первой встрече с ней. По окраске карнику относят к серой пчеле небольшие светло-коричневые уголки трегитов не вы не являются, по мнению профессора Рутнера, признаком примеси крови желтоокрашенных пчел, например итальянских. Естественная окраска карники также мало однородна, как и окраска пчел других раз. Но существует и другая точка зрения. М. Альбер Например, считает, в 1965 году однородность серой окраски карники таким признаком, который позволяет отличать ее от итальянских пчел. Он утверждает, что настоящая карника не имеет не только коричневых колец, но даже небольших коричневых уголков тергитов. Он сообщает, что с самого начала экспорта украинских пчел распространено мнение, что для что для крайних допустима некоторая желтизна, способствовала недобросовестности торговцев пчелами. Им уже тогда было хорошо известно, что после роения, то есть тогда, когда в семьях остается меньше всего пчел и расплода, пчелиные семьи лучше переносят перевозку и пересылку в обычных неразобранных крестьянских улях. Поэтому они отправляли пчелиные семьи только после выхода роя, а иногда и двух. Покупатели получали пчелиные семьи, часто с еще не родившимися или только что появившимися молодыми матками. Молодые матки спаривались на новом месте, находясь в окружении самых различных трудней, в том числе и итальянских, так как в это же время в полном расцвете находился и экспорт итальянских пчел. В результате образовались поместные семьи, которые часто оказывались очень продуктивными, Ну, получается, що карніка з чужими трунтнями облетывалась і получались непогані пчоли, що дуже продуктивне. Это способствовало возникновению ошибочного мнения, що лучшие семьи карніки карники следует серед среди пестрых по окраске Дуже Очень большое влияние итальянских пчел ощущается. По словам М. Альбера э, Добрудже, Румынии. Здесь много семей с пчелами, имеющими по 2-3 желтых кольца золотистых итальянок. По сведениям полученным M. Альбером от известной фирмы Piana Болония, Италия, Сотни итальянских маток до начала Второй мировой войны ежегодно отправлялись в Румынию, особенно в Бруджу, где фирма имела своего представителя. Очень много маток фирма Piano отправляла также в Болгарию и Грецию. История селекционного дела в Чехословакии также богата сообщениями о, о завозах в разные годы пчел из многих, из многих местностей. В 1853 году Дзержон завез в Силезию итальянских пчел из окрестной Венеции и усиленно их размножал там. Его примеру последовали многие пчеловоды в 60-70-х годах. В 19-м столетии много кипрских, краинских, кавказских, степных, вересковых и других пчел было завезено в Богемию. Впервые кипрских пчел около 1866 года завез в Чехию Коре. Затем в граф Коловрат Краковский завез этих же пчел в окрестности города Табора, где усиленно их размножал. Кроме этих пчел, он завозил пчел из Смирны, Далмации, Герцеговины, Крайны, Баната и других местностей. Он привлек известного маравского селекционера Стехала к работе по разведению и размножению кипр... кипрских пчел. Позднее эти пчелы были оставлены из-за их злобливости. В какой мере итальянские и кипрские пчелы оказали влияние на аберегенные популяции пчел Юго-Восточной Европы? Сказать невозможно. Однако имеется основание предполагать, что в многих случаях завозы пчелиных семей и маток из других стран не могли не оставить следов в районах, куда они завозились на протяжении многих лет. Конечно, Влияние завозимых маток не могло, бы, не могло быть большим, если бы не труднее, через которых это влияние возрастает в сотни тысяч раз. Так. Не все признаки карники можно называть характерными для всей расы в целом. Многие из них могут считаться характерными для одних групп пчел и не характерными для других групп пчел. Особенно это относится к признакам, связанных с поведением. Пример с реливостью подтверждает сказанное. 80-100 лет тому повышенная роливость пчел из верхней краины оценивалась по крайней мере их продавцами, как положительное качество этих пчел. В наше время роливость считается нежелательным признаком. В отношении оценки степени роливости пчел происходящих из Крайны, то есть настоящих Крайнских пчел, нет единого мнения. Г. Гетце указывает в 1950 году, что в течение долгого времени эти пчелы считались особенно райливыми, но позднее было установлено, что применяемые определенные приемы и методы ухода их можно удерживать от роения. Ф. Рутнер в 1956 году И L. в 1966 году считают эти пчелы по-прежнему очень роливыми. Иногда настолько, что некоторые из них совершенно непригодны для работы. Довольно роливые и более агрессивные желтоватые пчоли из Сербии, закладывающие при подготовке к краению 60-150 маточников. Это утверждение Cat Дрейер 1967 года. А Карле, говоря о карнике, считает роливость ее главным и самым серьезным недостатком. Он называет стремление карники к роению почти неподдающимся контролированию. Возможно, что при этом он имеет в виду только пчел из крайней. В Южной Австралии карника не проявила себя более роливой, чем итальянские и кавказские пчелы местной селекции. Менее роливые пчелы штампов австрийской селекции Склинар, Трозик и пешец. Известно также, что карника карпатской популяции, как в Румынии, так и в Закарпатте, отличается настолько слабой роливостью, что скорее можно говорить о нероливости этих пчел, чем об их роливости. Зрозуміли, да, что уже была селекция карники с карпаткой, и вот, допустим, в одних странах они роятся, в других нет, и смотря, какие штамп, какая селекция. Чем можно объяснить столь различную оценку одного из важнейших признаков поведения карники? Главная причина – огромное генетическое разнообразие этой расы, а также тех условий, в которых она находится. По-видимому, ни один из признаков поведения пчел так не связан с влиянием внешних условий, как рыливость. Одной из характерных особенностей пчел расы карника является их способность к быстрому наращиванию силы и хорошему использованию весеннего взятка. По времени начала выращивания расплода весной, темпу развития, количеству расплода, силе семей, роливости и ряду других признаков между штампами и естественными формами имеется значительная разница. Эл Шидер в 1966 году характеризует различных пчел карники следующим образом. Значит, и пришло 5 штампов. Зараз про кожне окремо. Країнська пчела очень раннє появление розплоду. сила сімей і кількість розплоду середнє. раливое, прилежна, миролюбива. Остро реагує на взяток, погоду і запаси корма. Рано прекращає воспитання розплода і тому йде в зиму середньої сили. При неблагоприятній зимовці і ранній весні восприїмчиво на зематозу. Це було про. Краинска. Теперь штамп 2. Штамп, штамп Пешец. Это типичная карника с очень ранним появлением расплода и ранним прекращением его выращивания в конце лета. Идет в зимовку слабый, требует хорошего ухода и достаточного количества корма в течение всего лета. Роливость зависит от воздействия пчеловода. Это было про Пешец. Теперь штамп Тройзек. Штамп Тройзик. Поведение и морфологические признаки типичные для карники. Количество расплода среднее. Сила семей среднее. Расходует мало корма. Экономная пчела для местности со скудным взятком. А для местности со скудним взятком. Це було про тройзик. Тепер штамп Холлерсберг. Ого. Также, э, штамп Холлесберг также типичная карника, которая, однако, благодаря семьям больше силы собирает больше, чем надо. Пчелы нижнеавстрийского происхождения наиболее своеобразные из расы карника. Э, склинар выделили свой штамп с 47-го отсюда. Эти пчелы значительно отличаются от типичной карники. Они начинают воспитывать расплод Сравнительно поздно, однако темп развития семей очень высок, предпочитает гнездо большого объема, сила семей большая. При некоторой помощи пчеловода семья поддерживает высокий уровень расплодов в течение всего лета. Зима идет довольно сильно и с весны хорошо развивается. Некоторые исследователи считают нижнеавстрийскую пчелу промежуточной формы между темно-северной пчелой и карникой. Ф. Ботхер. 1964 году сравнивая штамп фирмы Макс с двумя другими штампами селекции Хуенбергера, приходит к выводу, что не вся раса карники одинакова. Последние два штампа Хуенбергера, обладающие рядом хороших качеств, в то же время очень ройливы. Конечно, приведенные характеристики нельзя считать абсолютно точными и верными. И мы сообщаем их только для того, чтобы показать заметные различия между пчелами, принадлежащих к одной и той же расе. Касаясь других особенностей поведения карники, следует отметить и, следует отметить и сообщение а, и сообщения и бречка 1968 году, которые указывает, что у пчел этой расы нет в большинстве случаев хорошего фиксированной памяти на время. Это значит, что их поведение очень сильно зависит от внешних условий. Такие пчелы сразу же после окончания медосбора, в отличие, например, от итальянских пчел, прекращают воспитание расплода. Одним из признаков карники, которые оценивает всем их одинаково, является почти полная беспрополисность этих пчел. Использование прополиса часто бывает настолько незначительным, что можно подумать, что эти пчелы и не подозревают о существовании такого строительного материала. Я, например, такого не чувствую. Большей склонностью к использованию прополиса отличаются пчелы в районе Белграда и далее, на юг. Пчелы расы карника справедливо считаются очень и даже самыми экономными. Экономное расходование кормов зимой не только имеет прямую связь с общим режимом экономии, проявляющиеся в семье сразу же после прекращения взятков в конце лета, но и с результатами зимовки, так как хорошо известно, что семьи, расходующие зимой мало корма, выходят из зимовки в хорошем состоянии. В странах Западной Европы слишком ранние, особенно в теплые и влажные зимы, начало развития пчелиных семей часто приводит к вспышке зимотоза и их гибели. Поэтому предпочтение отдается тем фермам, тем формам карники, развитие которых начинается хотя и позднее, но протекает более высоким темпом. Так, Большой интерес представляет вопрос о воспри... восприимчивости этих пчел к назематозу. Не следует удивляться, что мнения на этот счет также различны. Так, например, Керле Считает подверженность назематозу одним из серьезных недостатков карники. В то же время известны данные, свидетельствующие, свидетельствующие о том, что карника пчела менее других раз пострадавшая от назематоза. В отчете о работе Баварского института пчеловодства Эрланген Ботхер в 1967 году приводит интересные результаты опыта. По изучению продолжительности жизни здоровых и инфицированных на землю рабочих пчел различных рас. Достоверных различий между продолжительностью жизни здоровых и нозометозных пчел при сравнении разных линий расы карники не установлено. В общем, она вся одинаковая давно. Говоря о заболеваниях карники и указывая на то, что она. подвержена параличу, назематозу и акарапидозу, а Керле отмечает, что не будучи восприимчивой к болезням расплода, карника обладает качеством, выдающимся ценности на ее родине и везде, где она встречается в чистоте. Болезни расплода фактически неизвестны. Короче, карника любит душу, чистоту, все должно быть сирельным, тогда не будет расплода. Ну, если верить, то уже написано. Так, неизвестно. Карника хорошая строительница. Отстройка сотов начинается с весны даже при слабом взятке. Пчелиная семья карпатской популяции способна отстроить в течение сезона 12-15 рамок до дана блата. Или около двух корпусов многокорпусного улья. В то же время, а Керли к числу наихудших недостатков карники относит ее нежелание оттягивать вощину. Другие авторы не находят в этом у этой пчелы столь серьезного порока. Как видим, и по этому вопросу нет единого мнения. Но мы можем указать на факт, скорее свидетельствующий о том, что если не вся карника, то по крайней мере пчелы некоторых ее популяций хорошие строительницы. В июне 1967 года при взятке около 1-2 кг семьи пчел карпатской популяции отстроили в течение нескольких дней По 4-6 рамок многокорпусного улья. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не то, что эти семьи строили даже в то время, когда у них были отобраны матки и в гнездах не было запечатанных маточников. В 1968 году семьями, зимовавшими на 4-5 рамках, в течение мая было отстроено по 10-12 гнездовых рамок Додана. Многие авторы указывают, что печатка меда у пчел расы карника белая и сухая. По-видимому, и этот признак в известных границах варьирует. Ну, что тоже не понятно, че суха, ну, каждый профессор по-своему вот рассказал это дело, варьирует. Однако, как правило, печатка карники близка к сухой. Карника склонна к тихой смене маток. При этом, как указывает Гэс Клинар в 1950 году, Пчелы его селекции закладывают не более одного-двух маточников. Имеется сведения, что период подготовки к роению летная деятельность карники сохраняется. Не прекращается и строительство сотов. Это подтверждает Хэм Майер в 1961 году. Однако эти данные нуждаются, по-видимому, в проверке. Из морфологических признаков карники пока отметим лишь то, что эта пчела имеет довольно длинный хоботок 6,4-6,8 мм. Южносербские пчелы, живущие в горах на высоте 1000-1400 метров над уровнем моря, отличаются еще более длинным хоботком, достигающим почти 7 мм. Хоботок горных пчел карпатской популяции, украинская СССР, равен 6,6-6,7 мм. И такая оконцовочка, будем так сказать. Карника. Это ошибка или пчела будущего? Слухаем, шановне, что думают про это люди? Так альтернативно поставил вопрос, ну, значит, карника ошибка или пчела будущего, так альтернативно поставил вопрос в одной из своих статей авторский ученый и Бречко 1968 году. Считаю, что если и можно говорить об идеальной пчеле, то такая пчела карника. Сравнивая карнику с пчелами других раз, и бречку указывает, что в карнике сильно выражены миролюбие, прилежание, плодовитость, способность к использованию взятка, быстрая реакция на изменения внешних условий, память на место и т.д. и т.п. Карника очень пластична и легко управляема. Эти качества выражены у пчел разных рас и популяций в разной степени. Карника поддается воздействию со стороны пчеловода, но в то же время требует к себе внимания и, подво и подводит там, где ее наследственные особенности не учитываются. Экономная и хорошо использующая слабый взяток она снижает уровень количества расплода до времени перерыва расплодом во время перерывов в медосборе и поэтому нуждается в подкормке в беззяточные периоды. Однако при малейших возможностях она старается пополнить свои запасы. Карника потенциально способна, несмотря на, на повсюду ухудшившиеся для пчел условия жизни, обеспечить хороший медосбор, и только от нас зависит, как она использует свои возможности. Карника все еще требует глубокого изучения. Только после этого можно будет решить, является она ошибкой или пчелой будущего. Или, или. Но не будем так непримиримо, жестко ставить вопрос. У карники, разумеется, есть свои недостатки. Но, безусловно, ее возможности очень велики. Задача состоит в том, чтобы полнее выявить и использовать ее преимущества. Давая оценку карнику, а Керле обнаруживший у этой расы недостатков больше, чем другие исследователи, указывает, что эта пчела, несомненно, обладает необычной концентрацией экономических и племенных качеств. А в Центральной Европе она в последние годы завоевала большую популярность и считается первой среди других рас. В плане породного испытания, который у нас сейчас осуществляется, карнике уделяется, уделяется определенное внимание. Первые результаты, касающие ее поведения и продуктивности, уже опубликованы в журнале «Пчеловодство» и в других изданиях. Одновременно с этим, с этим кафедра пчеловодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии проводит работу по изучению и селекции карпатской пчелы, возможно, одной из, одной из интерес, интереснейших во многих отношениях популяций карники поскольку это, безусловно, ее самая северо-восточная довольно зимостойкая форма. Мы не думаем, что карника ошибка. Карника – пчела будущего. Дать ответ на этот вопрос пока и... Дать ответ на этот вопрос пока. Если не вообще невозможно, то пока невозможно. Но не может быть двух мнений по основному вопросу. Карника и ее популяции заслуживают серьезного внимания и изучения. Ось, шановні мої, така була маленька лекція <хи> моя з вами про джолу карніку. Е, ну, я, наприклад, для себе багато що новенького почув. Е, є багато матководів, які займаються карнікою, карпаткою. Е, можете написати в коментарях. Ті люди, які продивляються це відео, подивляться, допустимо так. Ага, от про карніку там совпало, те займається матками карніка. там. Чи про Карпатку співпало, ти написав коментар. І людям також буде цікаво, якщо ви під відео напишете в коментар, що от я займаюся Карпаткою там стільки-стільки років, от там те те не співпадає чи співпадає. Або там я займаюся карнікою, стільки стільки років. от Вроді би, все правильно, а тут от щось не так. Вон. Так що, шановні, дякую вам всім за увагу. Ще раз дякую всім, що дивитесь моє відео. Дякую за те, що коментуєте е, мої відео. Ну, як завжди, до всіх з великою повагою, Володя Куцюбинський. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Не забуваємо нажимати на колокольчик та чекаємо їх наступних відео. Далі, як завжди, буде цікавіше.